Всем привет! У нас сегодня, несмотря на солнечную погоду, такой холодный, пронизывающий ветер, наверное, где-то плюс 6 градусов, но на самом деле очень прохладно. Чем мы сегодня занимались? Давайте я вам расскажу и покажу. Дымок! Первое, что попалось на камеру. Вот как. Я сегодня, конечно же, уже давно умирала от любопытства, как там мои розы. Сегодня сделала отверстие в бутылках и заодно полюбопытствовала, как они там. Пока, в принципе, меня устроило. Бодренькие стоят, зелененькие. Даже на некоторых листочки появляются, я вот смотрела. В общем, все хорошо. Надеюсь, с ними у нас будет. Ну, а потом уже весной будет видно, весной или летом, может, куда-то их пересажу, когда будем уже формировать наш палисадник. Ох, там еще, посмотрите, крадется тигрица. Грация наша. Дымок, ты грация? Ну, у нас продолжается ремонт на кухне. И вот как раз сейчас папа сегодня нас весь день шкурил, а мы сейчас пойдем мыть, отмывать снова все. Пойдемте посмотрим, как обстоят дела. Все уже у нас папа прошкурил все стены, так что можно будет уже завтра, послезавтра начинать грунтовать и красить. Кто-то говорил, чтобы мы обязательно одевали маски, то не волнуйтесь, мы, конечно же, ну вы уже, наверное, видели по видео, что, конечно, работаем в масках, потому что работа очень пыльная. Вон как у нас, видите, раковина. Хоть накрывай, хоть не накрывай, все равно все в пыли. И еще в некоторых местах он сегодня тоже дошпаклевывал. Мы не обшиваем ни гипсокартоном, ни натяжные потолки. Что еще нам предлагали? Ни плитку не кладем. Во-первых, у нас мама очень скептически ко всему этому относится. Во-вторых, да, что натяжные потолки, что гипсокартон или там, не знаю, панели какие-то, это все еще будет дополнительно скрадывать и без того места, которого не хватает. Поэтому ничем мы, конечно, не обшиваем и ничего не натягиваем. Какое заманчивое солнце на улице. Просто посмотрите на эту красоту. Еще один наш строительный объект, вот как раз сейчас Дима этим занимается, не помню, показывала я вам или нет, это площадка перед гаражом. Вот он сейчас снимает верхний слой, выравнивает, для того, чтобы можно было привести щебень и отсыпать, потому что сейчас здесь грязь. Также мы еще хотим положить трубу, такую как сливную, что ли, чтобы грязи меньше было. Ну и, возможно, впоследствии мы зальем. Но пока планируем только отсыпать это место. Ну вот у Димы продолжаются дела. Решил попробовать заехать сюда. Осталось совсем чуть-чуть. Копать становится тяжелее, потому что когда-то здесь тоже было отсыпано. Сначала хорошо все шло, просто земельку копала, сейчас уже, видите, да, камни. Также еще нам нужно будет переносить ворота, потому что сейчас они не вровень с гаражом стоят. Тоже дел еще много. Ну и, естественно, менять забор. Тоже все в ближайших планах. За что ни возьмись, все нужно менять.
поэтому не знаешь, что выбрать первее. И вот тут мы как раз общими усилиями с папой сняли ворота с петель, он немножко их зачистил, потому что впоследствии нужно будет переносить вот этот столб и переносить сами ворота. А моей задачей на вечер было прогрунтовать кухню, стены и потолок, чем я и занялась. Итак, ура, ура, время без 27. Я прогрунтовала кухню. Папа ее сегодня дождь поклевал, мама помыла. И вот я прогрунтовала потолок и все стены. Завтра уже можно начинать красить. Сейчас осталось немножко подприбраться здесь, потому что кое-где накапала грунтовка. И все. Будем дальше наводить чистоту и порядок. Доброе утро! Сегодня 4 марта, и я села, вот сейчас время 9 утра, монтировать для вас видео. И понимаю, что так хочется вам показать сегодняшнее утро наше, потому что, когда мы проснулись, где-то было, наверное, начало 8-го, выглянули в окно, нам казалось, что на улице очень-очень тепло, но на самом деле утро было морозным, но очень солнечным. Посмотрите, на небе не облачко. И вот сейчас уже 9 утра, и солнышко прям греет. То есть мы проснулись, было минус 1 градус, и сейчас уже плюс 4, и солнышко пригревает. Так приятно. Вот я сейчас вышла в огород вам поснимать. Днем обещают плюс 10 градусов. Вот такие тоже перепады у нас температур. Но вот вроде вот это и следующая неделя, там уже к выходным обещают потепление середины марта до плюс 15 градусов. Ждем, не дождемся. Вот я стою сейчас и прямо лицом к солнышку, потому что такие приятные утренние солнечные лучи. Всем, мои дорогие, хорошего дня и прекрасного настроения. Спасибо вам за внимание. Пока-пока.